Тишина и пустота, игрушки ждут своих маленьких хозяев. А хозяева убежали в музыкальный зал. Там праздник. Открывается дополнительная группа. Дети вместе с родителями ждали этого события долгие месяцы, а то и годы. Мы ждали очень долго очереди. И, в принципе, вы знаете, мы как бы даже не надеялись, что мы попадем вообще в детский садик. Вот. И тут, в общем-то, к Новому году такая как бы радость у нас вот появилась, что нас вот взяли в детский садик. Вот. И, грубо говоря, что это вот, ну, подарок не только для детей, естественно, и подарок это для мам. То есть очень многие родители, ну, на самом деле, скажем так, поверили в чудо. Две дополнительные группы на 40 мест открылись в детском саду номер 358. Это стало возможно за счет уплотнения сада. В одной комнате и игровая, и спальня. Закупили специальную компактную мебель. Наш детский сад является детским садом комбинированного вида. То есть у нас, кроме общеразвивающих групп, есть еще группы для детей с общим недоразвитием речи. Там решаются речевые проблемы детей. Вот это, этим как раз наше отличие от других детских садов. Праздник еще в двух садах города. Там тоже открылись дополнительные группы. В общей сложности в один день в городе открылись 5 групп. Марина Матвеевна, Дмитрий Тарасов, ГИС «События».